забавно, що на несколько сторон вид есть, на запад, и на море, и там. А вот какая вещь, смотри. Покажу тебе. С чего ж надеться? О, глянь. Богатство купилось. Что на заводе? Кстати, очень красивая. Есть еще тоже полезное. Ну, в общем, разберемся. Народ, собственно, праздновал 9 мая на площади. Перед этим уже достаточно раскачанный всякими информационными вбросами. Здание захватили. Приехали, собственно, Азов, Донбасс, получается, БТРчики. И завязался бой. То есть... Ми в цьому році святкуємо 240 років Маріуполя. Це такий, такий вік, мабуть, коли ну, це насправді чверть тисячоліття. А саме зараз, я хочу урочисто оголосити мистецько-дослідницьку резиденцію «Зміст ідентичність» відкритою. Отже, вітаю вас! Все, гуляємо! Що ти сюди подався, те, що ти пройшов, це, звісно, було очевидно, але як, чому ти це зробив, я не розумію. Тобто, я досі не розумію, чому всі ви їдете сюди, там, в якусь, я не знаю, перч, щоб цей, ну, в цьому дивному готелі,
бачив там, з видом на МОН, на якийсь там завод. Ну, це дуже круто, я дуже вам вдячна. І саме тому, ми, мабуть, в нас все вийде. Чому ти тут? Скажи пару слов. Тому що... Тому що тут кормлять. Чудове місто. Без коментарів. Йоу! Тому що ви є здесь. О, блін, це так круто. Це найкрутіший, мабуть, більша відповідь. Тому що ми тут, і тому ми тут. Сколько их здесь? Да ты же с улиткой. Простите. Ну эти пустые. Да, эти пустые. Не хватало еще отрывать улитку. Дел. Возьму там, как сливочное масло, там даже ни одной песчинки нету, грязь такая. Она... Тут санаторий надо строить, а тут развалили, вон двухэтажное здание. Вот вы заходили туда? Да, заходили. Это пансионат был донецкий. Ни окон, ни дверей, ничего не осталось. Все разрушили, все. Все розкривать, ну, достатньо того, що я буду як малишок-мутанток, а вже далі буде понятно. Нормальненько. Да не насаджується, так как бы сквозь себя пропускаю. Ну, она, видишь, с такими, ну, агрессивными выростами. Такая хорошая. Это прямо мой фаворит из этих деревьев, улиточных деревьев. Если это чей-то типа, экспонат, если это искусство? Типа видеонаблюдение.
Подойди. Что, все уходят? Идем вниз. Вы же не насладились этим. Я здесь Марюхин. Я местный пацан. Да, исполнитель желаний. Музей, давайте да. Музей. Можете музей зробити? В Маріуполі музей. Зачем музей? Щоб зберігати мистецтво. І вивчати. А мені, а? Консервація, збереження їх вже в такому трошки побитому життям стані, дуже виразно показує, бо це якесь таке нашарування часу, ці ознаки часу, що якесь знецінення цих об'єктів, які насправді, от вони, як я говорила, що вони завжди є конструктивною частиною архітектурного образу, і тому вони дуже часто бувають непомітні. Тобто ми їх якось сприймаємо, бачимо, там якось начебто пам'ятаємо, але вони ніколи не є якимись такими кричущими, дуже виразними в публічному просторі. Саме через те, що вони якби, є органічними для того, ну там для якогось міського ландшафту, де вони з'являються. Сделано на века. А какое у них будет тельце? Тельце, ну, достаточно пропорциональное. Оно просто сохнет сейчас возле батареи, потому что большой объем здесь вообще не высохнет никогда. Я поставила под батарею, там, где в нашем номере Алина спит, сейчас просто не могу вынести. Ну, такое, это будут такие девочки. Не будет у них никаких таких ярких форм, потому что они, я думаю, еще такие небольшие. Конечно, не знаю, будет ли время, я хотела бы еще сделать собачку и одеть ее в противогаз. Платится из карты Мариуполя? Из золотской части. Класс. Как элемент. Я вообще не буду одета, не там, конечно же, не голая. Да, это было бы символично, но с другой стороны, жалко, эта карта такая раритетная. А вот я тоже, у меня сейчас, я ее сегодня только заметила, я хочу их снять на фоне, ну, сделать фотографию такую. На фоне карты, на да? На фоне карты. Тут еще эти звуки постоянно от сквозняка. Угу. Да, здесь так. С одной стороны трогательно, а с другой стороны такое, знаешь, одиночество какое-то, такое холод, одиночество, эти звуки. И иногда шорохи. Ты все время думаешь, что кто-то поднимается сюда, но никто не поднимается.